Да нет, Гозман не совсем госслужащий, будем так говорить. Но в погоне за популизмом, за популярностью, многие используют механизмы шоу-бизнеса, когда самый быстрый путь к популярности – это скандал. Но даже в этих случаях я считаю недопустимым использовать многие святые для россиян вещи. И в первую очередь это, конечно, Великая Отечественная война. Потому что все, кто был в общей своей массе в это время на службе, да, собственно говоря, и в тылу, начиная от крестьянина, который производил хлеб, и войсками, хоть милиции, хоть СМЕРШ, это контрразведка, которая серьезно оказывала противодействие тем диверсионным и разведывательным операциям, которые шли со стороны фашистской Германии. И они действительно боролись с тем, что были. Ну, а подлецы, они есть в любой структуре, в любое время, но использовать это в качестве саморекламы и проводить подобные аналогии, это недопустимо для человека, который претендует быть политиком.